Хейоу, гайс, с вами Шимики, и мы продолжаем проходить игруху под названием Лего Бэтмен Видеогейм. Так, у нас шедевр Джокера. Сюжет. Так, немного сяду, чтобы посередине быть камерой. Но это крушение самолета было впечатляющим. Ты не находишь? Так, на чем мы остановились? Ах да, художественная галерея Готэма. Чудесно пугало. Просто чудесно. Нет, 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 только не картины. Мое милое ухмыляющееся лицо. Хе-хе-хе-хе. Или хе-хе-хе. Как смеется Джокер. Так, мы с вами уже в картиногалерее, хорошо. Мы можем бегать по травке, а вот пугало не может. И странно почему. Так, здесь мы должны запустить и подняться наверх. Но там ни хера не светится, значит что-то есть. Нет, 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 только ну, не вы. Блин, нет, нужно их электрошокером бить. Они тогда нас перестают атаковать. Хотя они что-то бесконечно влазят, я так подумал. Да ё-моё. Не мешайте. Так, здесь я вижу, можно за... Типа ток дать, да? Скорее всего, питание. А, ну даже так. Ладно, подниму. Давай, давай, опускайся. Сейчас все сделаем. Ах, это когда я должен был наверху был. Ладно, иди наверх. Тихо, тихо, тихо. Не падай. Ой-ой-ой, сломалась, сломалась. Ух, я только что видел полосы. Да-да-да-да. А ну видно, что сломалось уже. Джи-джи. Вот, видите, только что сейчас мигает. Так, один. Да, сейчас бы сломаться сразу же. Найс. Why no? Теперь у меня будет такая стрелочка показывать. Ничего не дающая. Так, нас туда не пустят. А, не, подожди, а может пугал пустят? Да? Пугало впустили. Может там всех злодеев пускают? Не только пугало. Так, раз. Да, но главное, что-то сломалось, что-то нет. Да я понял, что нам нужно внутрь попасть, но сначала нужно сломать лазеры. Лазеры, лазеры, может за картинами что-то найдем. Блин, эта стрелочка, блин, бесит меня немножко. Поехали. Так, Джокер, как раз запустишь механизм, неясный какой. Он хотел сзади меня атаковать. Я два отключил? А, да. Мы просто себе открыли проход. Шестером. Пятером. Один снайпер. Готово. Погнали, пугало. Камеру сломать мне нужно, или что они делают? А ну-ка. А, распрыскивает яд. Ну, я думаю, для Джокера он будет не опасен, он потому что так ебанутый немножко. А вот... Хотя это может быть не опасно не для Джокера. А, не. Для Джокера может ходить.
О, это отсылочка к картине Крик, кажется. Там такой челик немного, конечно, размытый, и он орёт. Тут в основном картины, да, настоящие, ну, которые существуют. Так, вентиль. И с другой стороны. Ладно, не буду здесь ломать. Что-то другое. Лазер сломали. Два лазера. Я, значит, смогу про... эту херь. Так. А, мне еще чела нужно, чтобы он меня поднял, помог наверх. Окей. Сейчас тогда мы ему сделаем проходик. Так. Раз. Два. Так, чучело, кажется, двойной прыжок, да, можете юзать, если не ошибаюсь. Давай, пошли. Блин, а монетки я все равно потратил. Черт. Вот это вот тоже плохо. Пугало, давай, я тебе уже там это сделал. А чё ты здесь стоишь? Для кого я там проход сделал? А, подожди, а как он поднимется? Так, я сейчас немножко не понял. А, ну пугало нормально заподнял. Джокер тоже может подняться, оказывается. Что вы сейвите? Не дайте ему упасть, крючок. Вы... Да, да, давайте размывайте, размывайте его все. Это ж так классно. Так, пугало, давай, короче. Блять, давай ты, короче, потому что я там падаю. Оно просто еще тени. А не, тень видна. Вон снизу. Так, и что мне это даст? Окей, сразу берем чучело и идем туда. Меняем на Джокера. Ага. Галерея, галерея. Там меня спепелит. Здесь непонятно. Картины сломаю. Хорошо, там открылся у нас какой-то рычажок. Так, механизм. Чтобы не мешал челик нам. Погнали. О, оно на время. Не, нужно тогда брать... Ну, Джокера сразу, чтобы он... Так, так, ладно, лесенка. Юзаем. Смотрим, чтобы здесь ничего у нас не было. Нету, все. Строит, пускай, пугало. Джокер его зарядит. Зарядит. Запустит, ладно. Лифтик. Это лифтик? Да, лифтик. Ну что, ну зачем так делать, ну скажите. А разрешение, понимаете, просто я не хочу играть в 720, там будет мыло. А мыло это оно не очень. Лист уже заканчивается, скоро у нас игруха. Да, ну это уже конец. В принципе, я думаю. Хотя фиг его знает. Так, раз.
Из-за чего эта синяя херь может быть? Ну, в принципе, от чего? Тут разве есть синие объекты? Этого я сейчас понять не могу немножко. Странно. Ладно. Так, что я здесь могу сделать? Тут глубоко? Нет, значит... А, не работает, я понял. Не работает, я вас понял. Туда пока что... А, точнее, внешне отображается, поэтому... Главное, чтобы тени здесь были. Ага, есть, конечно. Ладно, попал. А почему оно тогда, значит, не работало, а сейчас это у нас работало, видите ли? Давай садись. Где-то вот так. Все ровненько. Так, это для пугала, чтобы он ко мне пришел. Чтобы он поговорил с этим челиком. Да, потому что мне кажется... Пугало не захочет сюда идти. То, что он засмотрелся на камеру. Все, давай. О-о-о. Сарату встретил мне машина с врагами. Ну хотя бы там ничего у нас не размывало. Это как бы... Норма. Ладно. Давайте тогда с вами прощаться. Клинкарха. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока.